5000 выпускников. Пропуск на площадь получили лучшие из лучших. Школьников привезли со всей области, даже из самых отдаленных районов. Организаторы для выпускников не жалели ни сил, ни фантазии. Несколько фур с оборудованием, огромные экраны, чтобы видно было всем. Звук, свет. Над организацией «Роза ветров» работала столичная команда. И оборудование привезли тоже из Москвы. Для любого школьника день, которого он ждет с нетерпением. Все 11 лет своей жизни – это выпускной. Это такой водораздел, после которого начинается взрослая жизнь. И у каждой школы свои традиции на этот день. Но очень хотелось, чтобы у всех ребят Саратовской области появилась своя какая-то новая традиция. И хорошо, что сегодня под эгидой земляка Вячеслава Викторовича Володина состоялось это грандиозное мероприятие. Хочу заметить, что это начало большого жизненного пути не только для наших выпускников, но и для этого конкурса. Бал выпускников в Саратовской области проводится впервые, но в отличие от других регионов, даже от самого известного питерского праздника «Алые паруса», в Саратове не забыли и про педагогов. Учителей пригласили в Театр оперы и балета. 10 лучшим классным руководителям вручили премии по 100 тысяч рублей. Свое признание получила и Татьяна Симакова из Балакова. Ее педагогический стаж 35 лет. Такие впечатления и эмоции, я думаю, что у меня впервые уже. За время моей работы в школе. Пока педагоги в театре слушали концерт Ани Лорак, их ученики на площади подпевали Нюше. Те, кто не попал на этот праздник жизни, наслаждались концертом на соседних с театральной площадью улицах. Всего на первом областном празднике для выпускников побывали более 20 тысяч человек. Саратовский район, подходите сюда. Они сами еще вчерашние выпускники. 200 студентов колледжей и вузов стали на эту ночь волонтерами. От них зависело, насколько четко и без потерь школьники доберутся от театральной площади до набережной Космонавтов. Хорошо. До сих пор полны энергии. Можем еще одну ночку так провести. Мы босиком стояли. Сегодняшним выпускникам тяжело не только в учебе. Такой праздник тоже большой труд. 4 часа на театральной площади, а впереди еще набережная, салют и долгая теперь уже взрослая жизнь. Анна Главчинская, Игорь Шиширин, новости «Телеобъектив».